Ребятки, я приехала к Сане забирать. А здесь стоит, ждет Татьяна. Татьяна. Вот. И Люба говорит, это ты? Я говорю, это я. Вот навезла много подарков. Вот. И ждет Санечку. Да. Спасибо вам большое. Это вы вот и передавали еду. Спасибо вам огромное. Татьяна раньше жила... Где вы жили? В Узбекистане, в Фергане. Да. Половина жизни там прожила, половина уже здесь, в России. Да. Да. Мы земляки. Мы земляки. Я понимаю, когда смотрю на них по Ютубу, и как будто это мои дети, или как будто это я молодая. Спасибо. Вот честное слово. Потому что вот эти обороты речи, все такое, понимаешь, оттуда. Да, шиндермендерские такие. Да, да. И я всегда с удовольствием. Я когда смотрю, отключаюсь от всех своих проблем и забот, и смотрю с удовольствием. Телевизор не смотрю, смотрю Ютуб. Спасибо большое вам, Татьяна. Да. Сейчас я пойду, в этот мне пропуск там выпишут. Хорошо. Вы посмотрите, я видите, он с баулами. Да. Я быстренько Санечку на ручках сюда принесу. Давай, хорошо? Давай, неси, я буду ждать. Да, да, давайте. Ага, ребятки, я приехала за Саней. Не могла до этого снимать, потому что у меня все руки, спина, плечи, все было в сумках. Я ехала как загруженный шачок. Здесь большая сумка, впереди рюкзак, сзади рюкзак, пакет, потому что мы все выехали от Юлечки. Я выехала, все, забрала все вещи и вот приехала к Сане. Хорошо, что здесь вообще вот подхожу, а там Татьяна. И вот она посмотрит за моими баулами, потому что очень тяжело. Отделение далеко. И эти баулы тяжело нести. Сейчас мне дали одноразовый пропуск, чтобы я его забрала, Саня. Наконец-таки я его увижу. По WhatsApp. Так что, ребятки, иду. Я приехала. Третий этаж. Дверь. Так, телемедицина. Я уже здесь была. Все. Я уже знаю, как здесь ходить. Сюда. Вот кардиохирургическое отделение. Сюда. Вот туда. Наверное, там сидит, ждет. Свобода! Свобода! А это Лидия. Нас... Я вас целую. Да. Все, давайте. Не болейте, пожалуйста, не болейте. Патронажная служба. Спасибо вам огромное. Ведь самого доброго, светлого. Люблю, целую. Спасибо. Все, спасибо. Когда в реанимации здесь лежал? Так. О, пить хочется. Пришел в палату, простая вода закончилась. Одна газированная осталась. Так. И вот вы заходите, да? Приносите вот эти вот вода простая.
Маленький. Я, по-моему, за один присест литр выпил. В реанимацию, ну реально. А мне еще невестка Наташа говорит: ой, ну что вы воду еще несете? А я говорю, это самое главное. Я знаю, я работаю это в этой больнице. Это самое главное. Я знаю, что эта вода нигде не дают, только в нашем отделении дают воду. Ну, спасибо. Все, огромное. Все, мое спасибо. Солнышко, все. Не болейте. Деткам привет. Все, давай, мой хороший. Все, Любань. Спасибо. Не вам болейте. Большое. Спасибо. Теперь спасибо. Я буду смотреть. Да, теперь и вы будете смотреть. Все, Вакулечки, давайте. А ты сейчас. Сейчас такси возьмешь? Да? А, да, сейчас что-нибудь придумаем. Ну, такси, придумаем. Потому что у нас сумок много, я все это не донесу, а ему я и не дам ничего. Ему ни в коем случае не, не, не. Пакетик дала. То а там контейнеры пустые. Все, да. Все, давай, пустые. Целую. Спасибо вам большое, спасибо. Все, надеюсь, спасибо. Больше мы так не встретимся в больнице. Да. Где-то на природе. Где-то на природе. Ну, телефоны у нас есть. Ну, конечно. Будем созваниваться. Все. Спасибо, все, моя все. Хорошая, спасибо. И вам тоже. Здоровья вам крепкого. Спасибо, Соня. Спасибо, целуем. Целую. Блин, пока-пока. Спасибо. Спасибо Любань, огромное. Все, идите. Спасибо вам большое. Доброго пути вам. Давай, спасибо. Пусть вас хранит и помогает. Спасибо вам большое. Спасибо. И вам тоже. Все, спасибо. Спасибо. Давайте, до свидания. Любань, ты поняла? Я, да, поняла. Все. Давайте, целую, моя хорошая, целую. Саня. Саня. За ручку несу, видите, за ручку. Покажи ручку свою. Уже отходит, да, Саня? Ну да, намного лучше стало. Да, уже отходит. А то вообще синюшная была. Сань, ты это... на природе. Ой, как хорошо. Хорошо? Ну все, пойдем. Форточку хоть открываешь, все равно не то. Не. А вот когда выйдешь, ты уже воздух. Да. Идешь ногами этот. Да. Они ногами. Сидят. Ничего. Пойдем. Все, сейчас даем пропуск. Домой. Не, я понимаю, значит, у вас должен быть эпикрист. Ага, есть. Так. Сань, здесь. Давай мне пакет. Да нет, она у со мной нормально. Подожди, там какие-то бумажки у тебя были. Стой. Здесь. А ты что, бинты-то взял, Сань? Ты же лишний груз. А, бинты-то зачем? Да, я а вот это какие-то бумажки, Саня, нет? Не-не-не, вот здесь. А, ага. А то мало ли, да, ты сбежал, Саня. Вот, эпикрис, ага. Чтобы вы знали. А, вот он. Угу. Она вам все посылки носила. Да. Спасибо большое. Спасибо огромное. А ты с другой стороны, а, ну все. Так, держи свой пакетик. Пакетик держи, а я сумку с собой возьму. Пошли, Сань. Выходи, там Татьяна сразу. То есть корейская такая, а пак это только. Нет, кем-то и корейской пак тоже. Все, спасибо большое. До свидания. Не болейте. Спасибо. Выходи. Выходи, вот она, Татьяна наша. Вот она. Здравствуйте. Ну, слава Богу. Все да хорошо? Все хорошо. Слава Богу. Все хорошо. Я тебе хочу одеть крестик. Я это была в Дивеево, у нас монастырь там есть, самый большой в мире, 500 монахинь. И вот там вот этот освященный крестик я купила. Ну, спасибо вам большое. Он будет его постоянно носить. Да. Спасибо огромное. Да. Не болей, самое главное. Спасибо. 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 Он же плачет. Моя хорошая. Конечно. Вот. Спасибо. Я прям этот, так удивился, когда с палатой вот лежишь. Вам, говорит, передача там. Да. С запиской. Да.
Я ж не понял, думаю, вроде никто не собирался. Да, ну, господи, это хороший здесь охранник спасибо был, я же ничего не знала. Спасибо, только спасибо вам большое, меня... спасибо. Ну, люди хорошие на свете есть. Спасибо. Так что мне помогли. Так, да. Ребята, вы как собираетесь ехать? А мы сейчас, там, наверное, такси машина закажем, да, потому что у нас столько сумок. А у меня подружка все это делает, Мариночка. А то я могу вызвать сейчас у меня, пожалуйста, на телефон. Да? Да, я сейчас вызову, вот сюда подниму. Вот здесь я смотрю, все вызывают, он вот здесь разворачивается. Да, так делают. А я что, у меня Яндекс Москва, это Марина, подружка. Нет, у меня Яндекс такси, да? Я всегда езжу. Подай билеты и все. Нет, все, сейчас сделаем. Ну, давайте сейчас все, тогда давай решим. Ага, да, а то у нас вот сколько. Смотри, сколько подарков. Вон там картина, представляете, я сколько картина. Вы делали ее? Полгода я делала. Полгода. Алмазная полгода. Мозаика, там такие миленькие. Полгода. Ну, вы посмотрите. Да, на самое видное место дома повесим. Да, честное ладно? Слово, вот да. На самое видное место. Ладно, всего хорошего вам. Я очень рада. Люб, ну, мы с тобой сейчас еще это... Да. Мне напишешь адрес. А адрес, я... еще вы мне напишите я свой уже написала адрес. Все, сидела, да. Все хорошо. Вот. Ну, давайте, ребята. Ага. Счастливо, что у вас все хорошо. Да, слава вы Богу. Вы как мои дети, честное слово. Да? Ну, у меня дети такие, я же говорю, поэтому... Так приятно на вас всегда смотреть. Спасибо я большое. Я вас люблю, честное слово. Дайте я выключу спасибо камеру и расцелую вас. Татьяна заказала нам такси. Вот. Сюда подъехала. А это он, да, уехал или как? Вот, нет. А, вот он, 781. Все. Да, прям до гостиницы. Да, ну и недорого, я считаю. Да, вообще недорого это. Вообще, да. Угу. Мужу в больнице видела, вообще без машины. Сань, ты ему махни рукой. Он видел. Вот. Да. Все. Саня, открой дверь. Переднюю дверь открой, Саня. Я туда сумки. Видите, у меня ничего не помещается. Так, здравствуйте. А багажник, да, можно положить? Давайте в багажник, а то я не донесу. Так, сейчас. Да, вот так. Вот этот тоже еще. Вот так. Все. И вот это туда. Все. Все, закрываемся. Все? Да. Все, закрываемся. Ребята, мы с вами созвонимся. Обязательно. Мы вас обязательно ждем в гости. Сейчас еще всего месяцок хорошего. Саню прооперируют. Давай. Сделают это еще раз операцию. Ну, и мы вас будем ждать. Друг, честное слово. Хорошо, мы хорошо. Спасибо. 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 Обязательно. И на WhatsApp. И так. Ага, будем созваниваться давай с вами. Давай. Спасибо вам огромное. Я вас спасибо. А может с нами до метро куда-то? Нет, я же здесь. А, вы же здесь я лежите. Я же пешком 500 да метров. Сюда. Ну, может 500 метров с нами? Нет, нет. А? Нет, нет. Вы поезжайте. Вы ну, все. Вдвоем побудьте. Все, спасибо. Давай. Дайте еще раз поцелую. Да ладно, хорошо. Я же зануда. Я тоже такая. Ну ладно, хорошо. Спасибо. Все. Спасибо. Вам. Спасибо давайте большое. Богом, спасибо. Да. Давай. Спасибо. Не болейте только. Будем на связи. Давай. Счастливо. Здравствуйте. Счастливо, Саня. Счастливо, счастливо. Целую крепко. Какие люди, да, Сань, добрые. Вообще. Вышли и не знаем, где этот корпус. Но сейчас я, Саня посидит, и я буду искать. Корпус 2. Да, сейчас позвоню. Центр корейской медицины. Здесь просили мы, сказали, вы обходите вот этот дом, и сразу там будет. О, а это что за такой недострой или строй? Так. Здесь. Вот он, наверное. Что-то я по фотографии увидела. Да, вот он. Вот это. Мы зашли в номер.
такой номер забронировали. Как мы это все повезем, я не знаю, Сань. Что здесь? Телевизор, три лампочки, постель. Вешалки, стульчик, ванная, туалет, душевая кабина, фен, шило, зубной набор, полотенце, зеркало. О, Вита, халай, махалай. Все. Хорошо, хоть здесь тапочки есть, да? Снять эту обувь. Угу. Обнияло. Чисто здесь, да? И тапочки. Вы знаете, у нас только тут получается вещей. И мы решили, ну, мы взяли Мариночка, сейчас моя одноклассница, подружка моя. Будь здоров, Сань. Она взяла нам билеты и, получается, взяла один багаж. Потому что, ну, никак ручной клади. И багажом, вот, например, я говорю, можно, Марин, две сумки багаж? Она говорит, одно должно быть место. Одно место, одна единица. То есть высота, ширина, глубина не должна превышать 203 сантиметра. Ребятки, мы решили покушать. Сейчас пойдем искать, да, Сань? Да. Мы нашли жилье? Я нашла жилье. Я нашла, я уже разбираюсь. Где? Тут от метро 2 минуты идти. 2 минуты? Саня, нас тут так не оштрафуют, что мы... А, тут все так идут. Сейчас я вам покажу. Вроде бы работает. Потихонечку, Сань, потихонечку. Потихонечку. Вот что тут. Заходим. Ох, как красиво. Ой, как вкусно пахнет. Выбирай. Наверное, это одна и та же сеть. Но здесь народу очень много, там вот все кабинки все забиты. Сейчас выберем. Заказали здесь. Сели здесь. Сань, только не жирная. Ага. Супчик какой-нибудь. Супчик, да. Ага. Нам принесли лагман. Саня, как пахнет, да, вкусно? Вообще. Вот. Вкуснятина. Вкусно. Самая вкусная еда, да, Саня, узбекская кухня. Вот честное слово. Да? Она очень вкусная. Такой лагман. И мяса столько много, да? От души. Сейчас салат принесут. Еще заказали. Что там еще заказали? Уже не помню. Приятного аппетита, Сашечка. Да. И принесли салат шакарот. Мне уксус принесли, я потому что лагман ем только с уксусом. И перец. И перец. Уксус. Мне нужно, чтобы кисло было. Перчик острый. Так, эй. Приятного аппетита, Саня. Спасибо, тебе тоже. Угу. Саня, вкусно было? Конечно. Вкусно. Очень вкусно. Угу. Они прикольные, да? Угу. Как в Ташкенте, в Узбекистане. С животными нельзя курить, нельзя пить. Спиртные напитки запрещены. Сань, давай зайдем. Мне так интересно, вот этот магазин «Вкусвилл». У нас такого нету. Что здесь такого? Пойдем. Мы смеемся так. Зашли в этот магазин, а там... В граммах. Ну, там есть все. И там все свежее. Он классный. Ну, цены тут, ребятки, земля в иллюминаторе, космические. Сколько там? Сколько? 250 грамм, да, клубни или ежевики? 250 грамм ежевики, 500 рублей. Даже 500 с чем-то, да? Я говорю, когда выходишь из таких магазинов, сразу ценишь. Да? Потому что в огороде растет. То, что у нас растет еще лучше, слаще и вкуснее. И мы порой это не съедаем, оно у нас просто протухает тазами. А, ничего, да? У нас много. Больница вот тоже лежит со мной, сосед по палате.
про персики, про яблоки, про груши рассказывать. Я же так это у меня как в огороде все растет. Ну, говорю, не едим толком, и дети, говорю, не едят. Не едим, потому что есть свое. Он говорит, на, там много настоящих фруктов именно вот таких. То, что с дерева там или да. Не ели. Сейчас у меня в очках ничего не вижу. Да, он метро, видите, вот сразу. Вот буква «М». Вот. Юго-западная. Мы сейчас находимся на Покрышкин улице. Сюда зайдем? Что-то здесь пахнет вкусно. Узбекским. Узбекским пахнет, Саня. Да? Ну, Макдональдс. Не, Макдональдс даром не нужен. Вы что? Какие Макдональдс? А вон там, вон чайхана номер один. Ну, мы сытые. Мы только поели. Видите, вон где купол? Вон там вот чайхана вот закрыл рекламный щит. Чайхана номер один там. Где зеленая машина стоит, что там он. Вот там. Пойдем, Саня, зайдем, может, тут будут такие сумки. Пойдем. Если что, в дорогу перейдем, смотри. Фамилия. А что такое фамилия? А это не магазины, ну, которые одежду продают, недорогие. Не знаю. У нас такого нет фамилии. Не знаю. Ну давай сюда зайдем, здесь посмотрим. Давай зайдем. Здесь авеню. Буфет конфет. Супер кислого. Инвайт. Юпи. Просто добавь воды, которую. Да. Вообще пипец. Баблгам, булочки, это что за вкус? Булочки, они сливочные. По одной булочке. И вишенки одной. И можно по клубничке одной. А голубое что за вкус? Это со вкусом малины. Давайте, какой вкус морковки? Со вкусом апельсина на это. Так, давайте по 4 морковки. Давайте, по 4. Угу. Давайте дыню по 4 штуки. Акула по 3 штуки. Сердечки можно? По 3. Тоже по 5 штук можно. Разных можно пойти? Желательно карамель со вкусом кока-колы. Давайте. Это что такое? Это пауки. Так, пауки, давайте. Обезьянку пойдем? Да, по 3 штучки. Можно по 3 арбузика. Она со вкусом детского сиропа прикусили. Да, 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 да. Да, вы, да, своеобразный вкус. Да, это тоже лапица. Тоже вкус вот этого петусина, да? Ну давайте, какие самые вкусные? Детям. Арбуз берут хорошо, дикую вишню берут, банановый сплит берут. Давайте арбузиком. Там, а сколько это высыпается? Поскольку? Ага. Потом можно. Что там еще? Что еще вкусненькое? Грейпфрут. Нет. Это со вкусом карамели. Давайте карамель. Также. Ага. И вот это я видела. Можно вот этот вот клубничный смузи? Ага. И туда также. Смотри. Они со вкусом чем? Какая? Шоколада? Да. Так. А какую цену они? Одна 150. Так. Акция распространяется. Два берете, третий подарок. Сейчас покрасивее, тут размазано все. Сейчас, девушка, я выберу этот конфету моей мечты. Так. Сейчас. Давай. Да, давайте карты. А вы посчитали вот эти? Ага. Ребятки, мы уже идем домой, взяли сумку. Саня ест мороженое, вкусное? Мороженое такое видит. Вот. Сейчас домой придем. Ну, в номер. Все разложим по полочкам. Искупаемся. И будем отдыхать. Да, завтра утром у нас самолет. Василий. Оказывается, не Василий Иванович.
А Василий Иоаннович. Иоаннович. Василий Иоаннович. А мы все. Василий Иванович. Василий Иванович. Василий Иоаннович. Все, мы пришли. Ребятки, представляете, время 11 часов, и мы не можем спать. Тут два окна, и тут нету сетки москитной. Выключили свет, выключили все. Они просто кишат. Они везде. Мы здесь, нас здесь просто зажрут. Все в комарах. Везде комары. Их миллиард штук. На занавесках, на стеклах, на окнах. Везде комары. И здесь комар. Ребятки, ну вот я не буду так показывать, потому что их очень много. Все в комарах просто. Вот куда не это, везде комар. Куда не ткнись, везде комар. Куда не посмотри, везде комар. Везде комары. Я не знаю, что здесь. Вон наверху есть, вон он. Вот. Вон еще летает. Все в комарах. Все двери, все. Видите, что? Окна. И нет москитной сетки. Первый этаж. А как здесь? Кондиционера, оказывается, нету. А как здесь без окна? Тут же задохнуться можно. Видите, там воздух свежий какой. Нету. Закрываем.